Добрый день, друзья, добрый день, зрители канала. Мы сегодня в магазине. А по какому поводу? А повод у нас есть. Дочка сказала, что ей срочно нужен аквариум. На стол. И вот мы здесь и находимся. Ну, сегодня мы посмотрим, что за аквариумы у нас здесь в магазинах представлены. Заодно вам покажем. Ну, в общем, такая вот передача. Ну, вот стенд такой. Но это, правда, не нано-аквариумы, это просто аквариумы. Ну, мы сейчас до нано дойдем. В принципе, это неплохой магазин. Вот они так сделали, отдекорировали, чтобы человеку нужно было понять, что и как можно сделать в аквариуме. Так что и заодно вы посмотрите. Вот такие вот, даже с внутренним фильтром аквариум. 57 евро стоит. Сколько литров? Не написано. Вижу я 40 литров. Ну, вот такие вот аквариумы. И, конечно, на стол он не влазит, безусловно, так что мы подберем что-то поменьше. Ну, вот это круглые аквариумы, как я их называю, косоглазие развивает, оно очень здорово, так что. Ну, вот, в принципе, и подобрались мы к нано-аквариуму, ну, вот такой вот вариант. С фильтром, со светом. Ну, единственное, что без покрывного стекла рыбка выпрыгнет. Если так вот налить воду, то выпрыгнет 100%. Рано или поздно. Ну, в принципе, ничего так сделано. Ну, этот нано, не нано. Он тоже такой, наверное, литров 40, наверное, здесь. Ну, вот это цельнолитые аквариумы со светом, без фильтра. Может быть, и такое вот покрывное стекло есть, в принципе. Смотрится неплохо. Такое все декорировано в стиле китайско-японском. Ну, в принципе, наверное, но на аквариум, в принципе, так и должен выглядеть. Особо много сюда растений не посадишь. Наверное, смысл в том, что есть в аквариуме декор. Ну, вот цены вы тоже видите, в принципе. Ну, вот эта вот модель неплохая, но это большой. Ну, вот такой неплохой. Света много. Так, он идет. Идет с фильтром внутренним. Ничего, вот такое неплохое. Ну вот такой красненький, наверное, вот. Упал на меня взгляд. 70, сколько, 9 евро стоит. Ну, в общем, вот такие вот нано-аквариумы, в принципе, у нас присутствуют в магазине, поэтому выбрать что-то есть. Но это совсем что-то такое мини-мини тридцатник. Так что вот, друзья, вот такая вот у нас история с нано-аквариумами. Ну вот на этой стенке у нас еще они представлены, но они не распакованы, в принципе, аквариумы. Вазы, но они мне нравятся, но они такие не дешевые. Видите, 315 евро. Он идет с фильтром, с аэратором. Он неплохой. А есть еще одна на аквариум, покажу вам. Прям вот это комплекс стоит. Там, видите, идет с тумбочкой аквариум и фильтр здесь. Вот такой вот фитофильтр есть. Прикольная такая конструкция. В общем, вот такой вот повод. В общем, мы вот, наверное, подберем аквариум из того, что видели там. И что, у дочки будет у нас аквариум. Потихонечку обрастаем мы аквариумы всякие разными. И, кстати, по поводу вот этого вот аквариума, может быть, мы его запустим, потому что знакомые поговаривают о том, чтобы
вот такой вот аквариум поставить. Так что, может быть, мы его запустим. Так, ну что, друзья, ну остановили мы свой выбор вот на вот этой модели. Вот они одинаковые, это побольше, это поменьше. Но вот на вот этой вот модели мы остановимся. Так что возьмем эту. Света в ней как бы нормально. Фильтр здесь есть, все как бы есть. 70 евро это стоит. Ну, в общем, вот такая вот история. Ну, а дальше я вам покажу выставочные аквариумы «Нано» в магазине. Просто без комментариев, без ничего. Посмотрите, какие «Нано-аквариумы» в магазине. Ну так что, друзья, ну вот такая у нас начинается нано-тема на нашем канале, поэтому что, наблюдаем, что будет происходить. Если видео было интересно, ставим лайки. Если интересно, что будет дальше, подписываемся на канал. Всем большой привет, всем пока.